меня усталые ноги стоят уже. То есть вот такой пояс наиболее удобный для меня. Это как бы, насколько я понял, не совсем правильно, то мне нужно поставить ноги в более правильную позицию относительно линии стола. Соответственно, накат делать, исходя из этого положения, разворачивая корпус и работая рукой в продолжении как бы, направления цели и провожая мяч ускорением. То есть речь идет о липучках. И вот я попробовал скорый вектор немножко как бы, потренировать это движение. И еще такая проблема. При накате мяч работает в центр и вниз, то есть как бы вот в этой части ракетки. У меня зачастую по следам от мяча, я смотрел, работает по всей вот этой части. То есть мне надо приспособиться, чтобы работать именно вот этой частью, где как раз находится палец. Соответственно, я буду пытаться именно этой частью ускорение провожать мяч, так сказать, накат в сторону цели. Я хочу попасть вот туда, то есть параллельный топску, накат. Соответственно, я выбираю цель там. Может быть, я немножко далеко завожу руку, то есть если делать сюда, то соответственно рука уходит больше как бы сюда. Все равно ноги становятся вот так вот немножко под углом, хотя они должны стоять параллельно. Соответственно, ногу. А сейчас я попробую это в реальности.